понятно, что прогнозы делать так вот неблагодарно это дело, но все-таки твое мнение. Великую Отечественную войну, когда мощь советской армии столкнулась со всей Европой, то территорию Украины освобождали год. Сегодня мощь российской армии, она минус 15 республик, столкнулась опять же со всей Европой. Поэтому теми темпами, какими мы идем, я для себя понимаю, что идем в графике. Идем правильно. Советская армия, генералитет мог себе позволить на операцию запланировать там до 10, до 20, где-то до 100 тысяч потерь. То сегодня даже 100 человек не планирует потерь. Берегут жизни. И поэтому скажу так, что все идет как должно идти. Торопиться не надо. Смысла в этом нету. Надо главное не забывать, что эти земли, наши деды, прадеды всегда поливали потом и кровью. И Великую Советскую Республику они создавали все вместе, все народами. И кому-то оставлять какой-то сантиметр не имеем права. Что профукали наши отцы, то внуки сегодня соберут.